Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк и Тучка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Ребята, сегодня у нас очень классный мод. Это пак нового оружия, называется Wonder Weapons. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У нас тест офигенного пака оружия. Первый у нас 3179. Ну что, ты не ссышь? Так, сколько отнимает? А ты что, бессмертный, что ли? А что? Зомби-то... Ой. Ты их уменьшаешь? Да. Так подожди, это оружие, которое первое, я сейчас тещу? Да. А, точно. А ну-ка. А что будет? Я могу их пинать! Ай, блин, ребята! А можешь меня уменьшить? А ну давай. Я вот это вот. Блин, ребята, это не просто оружие, это какое-то магическое, что ли, оно? Нет, уменьшается, смотри. Давай, а, да, ты не уменьшаешься. Класс. А чё? Получается, да. Только на NPC работает. А правая кнопка мыши, это что у нас целится? А ну, попинай со стороны, хочу посмотреть, как это вообще. Такой звук прикольный, еще там чвякают. Так, хорошо. Следующее у нас оружие Acid Gate. Так, по названию я так думаю, что это что-то кислотное. Да, кислота какая-то. Ну-ка. Ух ты, нифига себе. А ну дай по тебе жахну. Перезарядись. Так, сейчас. Подожди, может на правую кнопку? Есть альтернативное что-то, не? Там прицел, по-моему, только. Ой. А, не, не все жизни отнимают сразу. Так, а если я нажму, подожди, а ну-ка. В, Б. О, нажмите С, смотрите, это что? Когда я C нажимаю, это... Я могу типа апгрейдить? Не, не могу апгрейдить, я могу просто описание, дай его посмотреть. Ну да. Но анимация прикольная, да, наружку, пацаны? Угу. Бомбейски. Так, ну давайте еще раз по зомбаку, чисто в голову. Ой, четко, троих сразу сложил. Блин, ну прикольная оружка. Если на NPC использовать, то бомбически вообще. Так. Поехали дальше, пацаны. Блундер Гейт. Уго, дрова, кстати, очень похоже на тот, что только что был. Ну, уже не кислотный. Так, два выстрела, да? А что, с одного раза убивает? Блин, и Тучка, извини, что мы сегодня тебя убиваем гусеньком. Че, сколько раз за раз можно? Ого! Это что, и раз, два, три, четыре, шесть зомбаков за раз. Ага, чем дальше, тем больше разброс. А ну, вот так вот пробьет сразу этого и того, который сзади стоит. Да. Да. Вот это оно мощное. Хэдкрабы стоят, смотрят на меня. Так, ладно. Борис Фури. Кто, Борис Фури, что? Так называется. О, на правую кнопку мыши есть. Значит, все-таки есть альтернативный удар. Да какой-то копье, что ли? Ну да. А ну-ка. Ой, ого! С одного удара. Мы с тобой одновременно нажали удар. Да как раз. Ого, зомби отлет! О, гусенок, стой, 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 только не добивай. Знаешь, что я хочу сделать? А если я вот так вот прям подойду и вот так вот споднизу ударю. Нет. Высоко, да, летят? Ай, ты такой. Это за тот раз у тебя гусянище. Гусянище. Санища. Ребята, настроение классно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш дискорд. Пообщаемся. Каутсайблуд. Как-то, короче, название стрёмное. Но это тоже что-то типа копья. О. Чё, а двоих сразу не могу ударить? Блин, только одного могу. Ого, это ракетница, что ли? Да, походу. А ну, если я в дом стрельну. Ну да, оно взрывается. Кимац бит. Ну-ка, ближний бой. Красиво. Тоже только одного. У всех этих трех оружек ближний бой одинаковый. Ого, смотри, оно между собой связывает. Вау, много убивает сразу. Чем ближе они стоят, тем больше оно убивает NPC-шек. Типа молния такая. Ну да.
Так ты зачем? Ну эффекты круто, да, сделаны? Да. Реально. Ого, они так аж трещат, как микроволновки жарятся. Да блин, ну гусанёк, ну я тебя не трогаю. Так, хорошо, следующее у нас оружие. Парализ. О, типа это что у нас, электрошок? Дай проверю на тебя. А, ну не, подойди, я вот ничего не жму. А ничего не происходит. А чё? Чё за парфюм на дому? Нифига. А, ну только на NPC, наверное, только работает. А ну чё, они просто исчезают? Да. А, они типа как взрываются. А, на расстоянии, типа, им окружает голову так, что они аж взрываются. Прикольно. А ну этого. Как оно действует? Я так и не понял. А давайте сейчас проверим только так. Я поставлю. Только я один, давайте нажму и проверим, сколько людей заразится. Вы не жмите. Реально много, кстати. Какой круг, смотрите. Рейган. Прикольно. Опа. Ого. Ничего себе, это что за такое оружие прикольное. Ого, их разрубают напополам. Вы в ноги цельтесь, пацаны. Нормально. Оно на тебе. Не, нас нормально. Не убивает, только NPC. А если прям вблизи, вот так вот. А я убил гусанька. Двоих. А, оно все-таки убивает, надо просто вниз стрелять. Ну да, как-то странно оно работает. Но работает. И такой звук, да, классный, когда им стреляешь? Реально. Прикольно. Такой, как магическое. Рейган Марк 2. Апгрейд уже. Ух ты! Тут подлагивает у меня чуть-чуть, когда я стреляю. Ой, реально профессия. А если вот так в рядок встать? Кстати, прикольно, так убивает. Ого, я гусенька убил даже. Каким-то образом. Скучное оружие. Скучное. Давайте лучше. Так, следующее у нас оружие. Скайвенджер. О, пацаны, только ничего не делайте. Смотрите, что я сейчас покажу вам. Офигенную тему. Давай. Все, отходите подальше. Подальше отойди. Вау, это, короче, пули разрывные. Смотрите на дом. Смотрите, я сейчас стрельну туда. Смотри. Ух ты. Вау. Ты понял? Нормально. А моща крепкая там. Давайте прям зомби в голову. Пулю отправим разрывную. Смотрите, сколько людей сейчас. Ой, зомбаков. Слик фэллер. Как-то странно. О, что это за... Вы видите этот прикол? Фига. Это чё это? Оно заражает, что ли, между собой? Яд какой-то. О, оно скользкое. Если а ну-ка. Ой, я точно не нажимаю вперед, оно... А чё это за прикол? Кстати, видите, оно прям булькотит. Какой-то яд реально. Ну да. Можно гонки такие устроить с этим оружием. Ну оно просто, видишь, исчезает, если бы оно вечно было бы. Извини, я случайно. Так, ладно, 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 вы психи, я знаю. Так, полетели дальше. Staff of Fire. Ого, это что за посох пошли? Похоже. Что она может? Что? Нет удара ближнего. А это то же самое, что было. Да? А что, она повторяется, что ли? Только без ближнего удара. А, я понял. Ну, короче, вот мы толпу зомби вообще просто... размочили на изично. Ни о чем. Так, следующее у нас оружие Staff of Ice. А, это получается у нас поджигало. А это сейчас будет замораживать. А, ну да, смотри. Классно, кстати. Это какое-то оружие все магическое, да, пацаны? Так, Staff of Lighting. Это что у нас? Это молния тоже. Ух ты. Блин, ну классный звук. Так шкварятся. Странно, магическая штука, перезаряжать надо. Да, я хотел... Не, ну красиво, красиво, ладно.
Так, загружаем. Успокойся, успокойся, псих. Я знаю, что ты любишь всех мочить. Так, поехали. Staff of Wind. Это ветер теперь. А ну-ка. Тебе прикольно. Ого! Пацаны, тут ветер дует сильно, смотри. Я реально себя чувствую мощой. А ближний бой есть вообще? Нет. О, пацаны, знаете, что я думаю сделать? А ну, гусеничек, поставь машину. Давай. Может, машину давай. Можно будет переворачивать? Сейчас. Ребята, можно напишите в комментариях. Взял. Напишите в комментариях, сможно машину будет двинуть или давай. Нет. Что? Она взорвалась. А ты живой остался, это как? Да, кстати. Ну, ладно. Ай. Блин, ну это классное оружие, согласитесь? Да. Хорошо. Так. Ого, это что-то громадное. Трустойдин Аренаул. Это, короче, заклинание. Ого, тут какие-то, смотрите, прям набирается давление. Это что, пылесос? А попробуй сейчас, может, там есть это, типа, надо отталкивать на этой штуке. Не получится. Может, тут есть какие-то альтернативные штуки, но я не знаю. Ну, положено, скорее всего, на пылесос. Спасибо тебе, ты добрый человек. Я, да. Ай. Нифига себе, оно мощное, да, пацаны? Да. Так, поехали дальше. Тхундерган. Это что ли, молнии сейчас бьют? Ого! Уф, офигеть, я прям вижу эти лучи, которые вы выстреливаете. Вау. Так, а ну я... А ну поставь гусеник машину. А, да мне кажется, тоже взорвет, уже не надеюсь. А ну-ка подальше я отойду и попробую стрельнуть. А, перезаряд. Так. Чё? У тебя такая перезарядка. Ого. Ой, если я прыгну под ноги стрельну. Блин, было бы классно себя так приподнять. Не, не получается. Улис Рау. Да что за посохи? О, ближний тоже... бой есть. Тоже, кстати, этот... А, замораживаю, да? Да. А, ну на большой дистанции мы хотели же... Да, на весе, а если вот так прям? Да, на весиком попадаешь четко. О, так можно, когда их замораживаешь, толкать их. Смотри. Да, а ну... А, ну может так совпало? Я нажимаю, такой прям хруст был, как будто я его разбил. Так, VR-11. Ух ты! Что за громадина? Чё это за штука? Так, давайте посмотрим, что она может делать. Ну-ка. Ого, подожди, что с ним? Смотрите! Он стал человеком? Чего? А что с ним было? Это какая-то вакцина? Он взорвался! Ой. Что? Блин, ребят, ну это круто. Получается, если он забежит в толпу NPC, он их взорвет. Смотри. Кто-то от них убегает, что ли? Капец. Ну да, он прям разрывается, как оружие. Человек превращается в оружие. Только что не убегает, и непонятно, насколько мой большой радиус. О, а ну-ка. Стрельно, я физган его возьму. Ну-ка, он меня убьет или нет? А чё? Он не взрывается. Ого! Винтерс Хау. Ого. Тоже замораживает. Ого, они прям льдом от... Видели, обрастают? Да. Прикольно. Ай, ой, я замерз. Ой, что со мной будет? Я умру? Да. Тут прям эффект, ребята, есть. Да, я прям превратился в эту, в Динку. Подожди, что ты меня заморозил? Так. Вундервафли. DJ2. Ну так называется. О, что это за штука? Так, давайте поставим NPC-шек, интересно. Ого! Звук
штуки? Чё это за... А ну чё? А между собой, видите, штуковина летает и убивает всех. Чисто мозг, а если я в пипиську стрельну? Ты чё? И зачем, мы их за 5 секунд уничтожили? А ну дайте я один стрельну, хотя проверим, сколько штук убивает. Центр, стреляю. Во, вот так вот. Поехали. Ну сколько, 10, да? Приблизительно. Ну короче, моментально можно так толпу вывести зомби. На изично. А, как детская компьютерная игра. Ни о чем. Бум. Да, если далеко стоит кто-то, туда она уже не добивает. Хорошо, мы поняли. Так. Ух ты. Последнее оружие. Zep Gun Dual Wield. Вот две пушки. Офигеть! Ой. А, оно и правое, и левое. А я могу сразу много убивать телепиздриков этих. Ну-ка, поехали. Как с пулемета. Просто офигеть. Классно. Класс. Просто можно расправляться теперь за 5 секунд с вами. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой, папа, всем пока.